Привет, дорогие подписчики и зрители канала. С вами снова Ярослав, Джек Шепард и Артур. Поздоровайтесь. Всем привет. Здорово, друзья. Третья уже попытка сегодня записать эту серию. У нас какие-то проблемы с пингом были. Но, тем не менее, Джек Шепард у нас после долгого отъезда на неделю вернулся, поэтому мы можем продолжать. Как съездил Джек Шепард? Съездил я отлично, спасибо. Вот. Теперь... Мы находимся все там же, около самого такого неприятного места, наверное, в игре, наравне со Старым Собором. Мы находимся там, где прекратили, около западного аэродрома. Но раз мы тут находимся, то почему бы нам еще раз не сходить в казармы? Как вы на это смотрите, или обойдем? Ну, да сходим. С тем учетом, что я там нашел Night Vision в соло-серии, так сказать, и очень-очень много дропа, но правда там одна проблема, там был человек. То есть можно идти, но аккуратно, я думаю. Ну, да пофиг, буквально 10 минут назад мы начали ночную серию для вас снимать, но обломались. Да, поэтому ночные серии будут попозже. Главное, что сейчас Джек Шепард приехал и просто время все осталось найти. Да. Так, давай, ты у нас как самый опытный, ты эту неделю играл, в отличие от нас. Давай как-то двигаться. Ну, ты, судя по всему, не особо представляешь, где казарма, да? Нет, я прекрасно представляю, где казарма. Потому что ты не в ту сторону идешь. Я иду в ту сторону. Вон же решетка, вон проход к казарме. Ну ладно. Блин, честно говоря, я, как и Артур, по-моему, уже отвыкли от клавиатуры, смешно. Да у меня новая клавиатура, я же все время жаловался на клавиатуру. Потому что купил, она была дерьмовая. Нет, купил новую, но она, блин, я просто к ней надо не привык. Надо к ней привыкать. Да, вот, допустим, Alt у меня, где кнопка была, там сейчас у меня дополнительная кнопка, которую, блин, все время случайно нажимаю. Так, ты, может, перебежками будешь, Ярослав? Потому что, блин, у него этот пистолет заглушит не видит в руках. А ты опять себе нашел? Тебя же, получается, убили между сериями, да? Меня? Ярослав, да. Меня убили, я добежал приблизно до сюда, нажал Escape, нажал случайно возродиться, а не выйти. Потом опять добежал сюда и нашел кучу-кучу дропа. Значит, и видео. Хорошо, отдохнул. Короткими перебежками, что ты по-медленному ходишь? Господи, вам никогда не нравится, то я бегаю плохо. Ну, ты вот... Вот у тебя сейчас сколько убийств, ты говоришь? Ноль. Ну, ладно. У меня не может, ты справился? У нас предыдущая серия была кошмарная. У нас там такая слаженная командная работа была, что да. Просто, блин, я не знаю, это просто вот цирк и клоун. Перед посадкой на самолет в зале ожидания увидел название твоей серии, когда начал свою писать, я просто в голос заржал. Люди меня смотрели как на псих. Ничего, но мы постепенно сыгрываемся, и сейчас нам нужно вот, ну, раз он туда пошел, значит, нам куда-то туда, наверное, нужно. Хотя я хотел сказать, что, ну, в принципе, да, ладно. В принципе, да, ладно, нам куда-то вроде сюда. Так, тут же это яма. Артур из елочки прикрываю. Артур, тебе. Джек Шепард, давай иди к нам. Тебя убьют, а мы поржем. Ну да. Мне же только осталось убить после перелета. Ты как-то, Ярослав, не знаю. Ну нет, ты все нормально сделал. Правее чуть-чуть, правее идешь. И вот тут, в принципе, неплохая такая. Господи, идите на 240 градусов. Все нормально. Только осторожно, здесь очень много таких мест, откуда могут свинтить. Ну, но именно с одного из таких 270. Мест я уже свинтил чудака. На вышке так. Вроде никого, на пожарной. На. Еще диспетчерскую просмотреть. Диспетчерскую я особо не вижу. Казарму Ярослав идет, да? Да. А что значит, казарму идет Ярослав? Ну ты же у нас пушечное идешь? Мясо. У Ярослава пистолет с глушителем и калаш. Ну я вот. Более. Вы... Мы, если что, подплачем над твоим трупом. Да. А то у нас все говорят, что Джека Шепарда мы обижаем. А Джек Шепард у нас такой хрупкий, ранимый мальчик. Да. А на самом деле мы будем обижать Ярослава. Вот иди и воюй. Кстати, Шепард, ты не хочешь ничего сказать по этому поводу? Будешь там половину... Лучше ничего не говори, потому что это будет очередной холивар. Да. Так, я буду просто скомпировать всякие ритуалы вуду с твоей куклой и тут все. Так, Джек Шепард, ты позади остался, да? Да, я позади сижу в кустиках. А я тут сижу. Тут вроде все нормально, но ко мне подбираются к зомби, это в принципе ничего. Ребят, я через окна в казарме мало что вижу. Я под елочкой залягу, тут довольно близко от тебя. Когда лежишь, я заметил, вот в данной ревизии, в данном патче вообще
Зомби тебя практически в упор по тебе ходят, не видят. Ну, а помнишь, мы играли в тот патч, где не видели Ой, вообще к тебе все. Зашел кто-то? Или это ты? Да, это я. Ты меня еще убьешь. Нет, сейчас. У тебя прыгун прям около входа был, но сейчас пошел у тебя. Так, снаряжение. Магазин АКМ, две штуки и сам АКМ. Надо кому-то? АКМ. У меня АКМ. У него АКМ или АК-74? АКМ. У меня АКМ. У меня уже рожков штук 10. Понятно. Ну, зачем нам столько рожков? Ну, возьми мне, если что. Мало. Так. Ну, я возьму, это не проблема. Так, газировка, магазин G17. Блэк, тебе? Нет, у меня этих магазинов уже слишком много. В принципе, возьми, лишним не будет. А, ты смотри. К тебе подходит один зомби, но он вроде как не хочет заходить. Так, они в дом обычно не заходят. Ну, не, у меня заходили. Ну, я не видел. Джанус... Не, ребят, здесь... Нет, это сервер. Хотел сказать другое. Так, станаговский патрон, химсвет. Фигня. Оружия вообще никакого нет? АКМ. АКМ не очень охота. Блин, господи, этот зомби прямо возле окна проходит. У меня кирпич вывалился. Бывает. Добавь туда все. Десятизарядник. Так, слушай, я-то могу строить кирпичи, да, у меня же есть мешки. Так, давайте побыстрее там как бы... Все нормально. Опять к твоему входу подходит еще один зомби, но опять же не подойдет. Они ночью подходят, я тут ночью, когда лутал, кидаешь им свет, и они на него агрятся. Ну, то есть не агрятся, им просто любопытно. Ну, я знаю. Я вот кидаю, короче, недалеко, так сказать, от этого места, фаер, и нормально. Так, можно выходить? Так, сейчас подожди. Если будешь выходить, справа от тебя будет где-то метрах в пяти. Ой, ты... А что ты спрашивал, я не пойму. Можно ли ему выходить? Присядь. А я случайно. Бежит, беги обратно. Сзади тебя спалили. Блин, господи, да почему? Обратно беги. Меня свалили без сознания. Блэк! Сейчас иду. Пистолет стреляю, бери винтарь. Господи, 5000, спасите меня. Он мертв? Нет, все, упал. Возьмите у меня адреналин и вкалите его мне нахрен. Все зомби исчезли. Или перевяжите меня еще лучше. Ой, у тебя было 2 пакета крови, у тебя было столько вещей, так. И ты первые 5 минут, блин. Меня зомби кританул. Перевяжите! Сейчас я тебе морфи сделал. У меня нет опыта в этих делах, я разнервничался, прости меня, пожалуйста. Сколько у тебя крови? Спокойно пока что вокруг. Куда-то все зомби исчезли. Все, я сейчас проснусь, надеюсь. Либо там кто-то еще стрелял, а я не убежал. Так, быстро заходим внутрь, и там будем разбираться. Нету времени мне заходить, я сейчас перевяжусь и буду разбираться. Я сейчас, походу, эти 2 пакета крови и выпью. Давай. Буду смотреть, если внимательнее, зомби нет вообще. Есть. Вон зомби, по-моему. Все, кто вот здесь вокруг ходили, вообще исчезли. А как самому убийствовать переливание? Ну, они... Тебе зомби подходит к тебе из-за угла. Но он не ко мне подходит. Да, он далековато оказался. Так, у меня перелом. Сейчас морфия себе шарахнул. Я же тебе шарахнул, морфия. Не шарахнул, или плохо шарахнул. Ну ты можешь, короче, походу выходить понемножку. Так, у меня морфия вроде бы. Неплохо так тебя кританул. Слушай, я сам в шоке, он тупо вынес. Это знаешь почему? Я нажал 2 раза вперед, и он у меня решил спринт побежать. Нельзя это никак выключить? Нет, нельзя, просто 2 раза вперед не нажимай. Кстати, мне написали в личное сообщение 6 один и тот же человек, что мы с Артуром 2, извиняюсь. Ну я не буду говорить к тому. В общем, там мне очень интересное слово, что типа у вас что на мышке мало кнопок, чтобы поменять кнопку перескакивания с кнопки V на какую-нибудь клавишу на мышке. Да там много чего пишут. У меня кнопки есть, но неудобно. Кстати, идея хорошая на самом деле, но мне лень. У меня столько кнопок на мышке, я никогда не пользуюсь, я их боюсь. Смотри меня. У меня 2 кнопки, я знаю. Единственное, когда я знаю, вот, что есть. Боковые кнопки что-то вообще давали, это Assassin's Creed 2, когда я проходил. Знаешь, у меня выходит 2 кнопки боковые. Если я нажму одну неправильно, кипец. То есть у меня игра свернется нахрен, если я нажму не ту кнопку. Супер-пупер Санчес. Так, сделай мне переливание, подождите, пожалуйста. Давай мы сначала отойдем в лес. Ты пока что живой же?
Ничего нормально, я смотрю, у вас можете там посидеть. Мы вообще в диспетчерскую еще хотели или нет? Нет, в диспетчерскую мы не хотели, что нам там делать в диспетчерской? Ну да. Сейчас мы в выбор пойдем навестим, там круто. Ты так светишься, Джек Шепард. Я знаю, и что теперь? Кстати, мне вообще говорили, что вот он то, что... То есть, помнишь, я тебе видео показывал, где много бута очень? Угу. Это говорили, короче, люди тупо с казармы выносят весь все, что есть, слаживают вниз и ждут, пока что-то реснется. Граммар нации во мне, хочет тебе сказать, что не слаживают, а складывают. Складывают, да. Задорно. И не приблизно, а приблизительно. Я тебя буду долбать, а то говорят, что ты тупо нас троллишь. Теперь мы будем тебя тупо троллить. Тупо именно. Доброе, я буду размовлять на щире украинской мове. Ага. Я подавлю всех, я к вам сподобается. Ничего, у меня пистолет, в принципе, достаточным количеством патронов. Так, сейчас мы вот так вот, в принципе, обойдем, я думаю, по левой стороне, то есть по заборчику. Ну, сначала перельем. Давай, да, к выбору пойдем. А я зачем нам такой выбор? Кстати, в выборе есть отличный отель, я там находил сверх два листа. Давай мне кровь. Сейчас я тебе дам кровушки. Будешь моей тещей. Я уж старый, я тебе в дедушке гажусь. Обычно тещи кровь. Не забывай подкашлять после таких фраз. Тебе так... В наши времена. Так. Я хочу от тебя крови полностью. Пакет крови я его на себя сейчас использую. А, на себя же нельзя, блин. Да. Так, дать боль утоляющий могу тебе. Почему я... Надо. Я его вроде положил в инвентарь. И как его? Через колесико же? На него колесиком наведи, ну там попробуй, может, перелить кровь. У меня нет. Нет такого действия. У меня есть только дать боль утоляющие. А может быть, что у тебя кровь где-то там. А на пакете крови, если ты из рюкзака его положишь, то в инвентарь. Он в инвентаре лежит у меня, в самом инвентаре. Нажми правой клавишей тогда. Нет, может, нет никаких действий. Джек Шепард, я его сейчас тебе переложу, у меня похоже, просто заглючил. Ну, стандартный, это же арма, сынок. Да, да. Так, открыть Эрис Пактовый и положить тебе. Remember, legal copies may degrade. Illegal copies may degrade. Так, короче, посмотрите, я положил, потому что... Да. Все, отлично. Так, а то, блин, я боюсь на пол. Переливание крови, чувак, ты как не увидел-то? Нет, у меня-то не то, что не увидел, потом, если что, посмотришь, у меня просто не было такого. Вот я навел, что появился. Так, ну что, у тебя кровь пополнилась? 12 тысяч. Я у тебя спер патроны. Даже... А, нет, не могу спереть, у меня места уже нет. У меня столько этих патронов. У меня еще в рюкзаке есть. 4, 5, ладно, 6. Игра свернулась. Ладно, идем. 6, если я сейчас вылечу, будет очень круто. 6, 7, 8. У меня 9 рожков для... Так, я буду последним идти. Ярослав, ты у нас знаешь, как куда, чтобы на выбор? Это нам нужно обойти выбор, сейчас? Да. Стоп, подожди, мы... Ага, вот. Давай встанем сюда. По-моему, наверное, вот с этой стороны, кстати, будет быстрее пройти. Подожди секундочку. Выбор, это нам, короче, надо сейчас идти по подстеночке, потом... Нам сейчас дороги. Прямо нужно... Нам вообще надо весь аэропорт обойти, чтобы... Нет, мы в другом месте чуть. И нам, собственно говоря, если брать по компасу, куда вы то делись? Надо идти на... Сколько тут? Да, говори. Мы теперь все сделали, что у нас всех видно очень хорошо. А, на карте это плохо видно. Ну, Сусани, да? По-моему, короче, между В и между С. Ну, я так и понял. Я это вот мои зрители, наверное, увидели, что я туда уже полчаса навелся и просто ждал от него ответа. На юго-запад, короче, да? Да, короче, но в итоге мы пошли совсем в другую сторону. Ну ладно. Блин, мы под стеночкой должны. У нас один уже водил Зеленогорск через Красностав. Я не такой. Угу. Я чувствую. Я не такой, говорил он, проводя нас в противоположную сторону. А что ты с пистолетом бегаешь? Сейчас, если кого встретишь, ты же у нас торпеда сегодня. И если кого встретишь, тебе нужно будет его положить. Место, кстати, тут сейчас можем довольно-таки с большой долей вероятности кого-то встретить. Сомневаюсь. Здесь обычно бывают палатки. О, господи, этот труп меня напугал. Труп, кстати говоря,
заскриптованный. Ну, то есть, в смысле, он тут изначально лежит. Просто так лежит. Да. Так, подождите, давайте будем смотреть. Ой, я на меня чуть не убил. Я ненавижу, когда так ворота открываются. Мне они три раза. Куда вы пошли? Мы посмотрим, что у нас тут. Тут у нас ничего вообще. Нет. А нет, там есть винчестер. Ну да, это важная вещь. Оставьте себе. Блин, это зомби. Я уж подумал. Вы аккуратнее, зомби на 200. Да-да-да. Ну, главное, что ты их заметил, это уже хорошо. Нет, ты у нас просто главные глаза. Я сегодня, как обычно, уставший. Джек Шепард с дороги уставший. Не бережет себя, только в самолет и сразу работать, работать, работать. Для ребят класс. Бедняга. Для вас. Мы любим Джека Шепарда. Мы говорят, что говорили маме сегодня сниматься. Да, он хотел спать пойти. Джека Шепарда говорит, что мы обижаем, мы обожаем сегодня Джека Шепарда. Футбол. Сегодня еще Россия, Чехия. Россия, Чехия завтра же, по-моему. Сегодня. Ну, для нас с тобой это будет уже, да, ночь следующего дня. Нет, она, по-моему, завтра в 19:30 по Москве. Нет, сегодня в 22:45. На 220. Так, мы сейчас где-то тут должны в калиточку влезть. Джек Шепард, ты там? Да-да-да-да-да. Меня опять сворачивает почему-то, я не знаю. Ярма пишет какие-то эти надписи. Ты бандика, моя, сверни. Так, о. Кстати, я один заметил ее после этого патча. Помните, у нас в последних сериях жестко лагало все. Так, ребят, мы чуть... Не так пошли? Да, что ты говоришь? Думаешь, мы вообще, по-моему, уже придут не туда идем. Нет, а мы можем вот сейчас просто... вот... Нет, мы как раз-таки очень даже хорошо идем сейчас. Нет, мы должны бы обойти как бы... Подожди, давай вот смотри. Что вот сейчас будет сейчас? Поворот налево у этого забора. Мы стоим, кстати, на полянке, очень круто. Мы повернем налево и оттуда пройдем где-то 100 метров и выйдем к дороге, как раз выходящей к выбору. Идем за нами. Я хотел... Я один только что камеру от третьего лица поставил. Потому что так мой персонаж с сока в руках. Подожди. Нет, просто я бы тоже поставил, но когда я забегаю в кусты, я по кустам в основном шарюсь. Мне нифига не видно. Подождите секунду буквально, да? Ну. Все, пошли за мной. Ой, блин. Мы как тени толкая в одну сторону, потом в другую бежим. Он сзади, он где-то 100 метров за нами. Я поставил, короче, значок, и мне теперь видно четко, где находится. Не только тебе, не только. Всем на карте видно теперь. Вроде как. Да? Нет. Ну-ка, у меня карты нет. Ребят, я нажал Shift, нажал на карту и... Левая кнопка мыши, я знаю, но нам об этом уже в серии 20 говорят. Не, ну а чё мы не обошли просто, как я говорил? Мы куда сейчас... А ты по-китайски говорил. Чё вы обратно идёте? Ну, ладно, я без вопросов, я убитый, я ничего не понимаю, видите. Ладно, я... видимо, он понимает лучше нас, потому что он жил тут всю эту неделю, а мы на неделю в отпуск от этой игры уходили. Да. Просто сейчас мы чуть-чуть... Сейчас будет. Опять мимо зомби пройдем, он обязательно вот сейчас вот Ярослав его сагрит, наверное, на себя. Потому что он пошел снаружи забора. Потом он... Ой, Артур идет в стену. Это плохо. Не знаю, у меня, в принципе, по лагу нормально по пингу. Ну да, у меня тоже было, но вот сейчас шел в стену. Так, аккуратно. Вообще, можно бы, конечно, по прямой через запор в аэропорт, но это опасно. Да. Я уже думал, раз мы по правой стороне пошли, мы справа обойдем. Сейчас мы идем что-то уже с левой стороны. Ой, осторожно, прямо за забором я слышу зомби. Да, если есть. Он сейчас нас услышит, то пройдет сквозь это стену. Это кто-то стрелял? Я ничего не слышал. Нет, я тоже ничего не слышал. А, это шаги ваши по этой брусчатке. Где тут брусчатку увидел? Короче, по земле он хотел сказать. Ну там не земля, там была такая каменная чуть местность. Ну вот, нормально, 1997. Все правильно идем. Если оборачиваться еще, то можно обнаружить, что мы, допустим, отстаем. Посидел. Ну, в принципе, да, его убьют, начнут лутать. ПНВ мой сейчас. Ребят, я впервые его удалю. Не знаю, как бы я его удалил. Так, вот тут вот мы начали серию. Я очень рад, что мы сюда вернулись. Я, правда, не понимаю, зачем. Деревянная вышка вон там есть. Пойду проверю.
У меня четко звучит на выбор. Идемте, не выпендривайтесь. Пожалуйста. Где ты вышку-то увидел? А да, там есть, кстати, деревянная. Его свернуло, что ли, опять? Шепорт. Как подписчики некоторые пишут. Шепорт. Лё. Шепорт молча что-то уперся в стену. Слушай, если он сейчас побежит через весь военный, это будет буга. Стань на пути, стань на пути. Я же был этого. Что происходит, а? Не знаю, но он же если сейчас упиляется как-то. Шепард, что с тобой стало-то, а? Может его убить, облегчить страдания. Ой, блин, мы тут так палимся. Куда? Твою! Блин, ну что происходит-то, ёлки-палки? Шепард, выключайся! Смотри, в другую сторону побежал. Вот, упал. Вот он. Джек Шепард. Давай ему в скайп попробую перезвонить. У меня что-то вообще какая-то жесть. Господи. Меня игру свернул, я заходил, пытался зайти. Ты чуть на середину поля не вышел, мы тебя тут тормозили, блин. Да? Мы за которым стоим, такие тупо блоки. Да, Джек Шепард, компьютер от тебя устал, похоже. Идите? Нет, мы куда без тебя пойдем-то? Я говорю, бегите. Ну так давай за мной, вы чего? Ну мы за тобой так-то, да? Только ты идешь по простреливаемой территории. Да нет. Да-да. А нет. Не жилец. Джек Шепард, вот я тебе точно говорю, он не жилец. Его грохнут сейчас. Нет. Ты думаешь? Я не беги думаю. Беги куда нас уже. Блин, беги куда-нибудь. А ты что сидишь, Джек Шепард? Джек Шепард, ты с нами опять, нет? Он молча бегает вроде. Блин, я не понимаю, как ты... Это все кривая рука. Ой, блин, что за Сири сегодня? Смотри, попытки, да? Джек Шепард, скажи что-нибудь, пожалуйста. Смотри, зомби идет по крыше. Блин, не проходит, что ли, голос, а я говорю вам, ребята, блин. О, услышали. Ладно. Сегодня тебе простительно. Ну давай разберись с железом, елки-палки. Что такое? Переустанови арму там. Что у тебя сегодня за проблемы-то? Так, ты... Я, в принципе, знаю, что ты нас ведешь, кстати, к одному из самых простреливых мест. У меня игра опять развернулся, у меня на ней 10 FPS. Я не знаю, что делать. Серию уже добить нужно? Да. Ну ты сейчас... сколько? Штука 700 метров осталось. Ты с нами, Джек Шепард? Ты где? Ну он, походу, с нами. Я вроде пытаюсь бежать, но у меня постоянный персонаж останавливается, игра сворачивается. Я не знаю, что делать. Ты бандикам свернул? Куда идет вообще? Слышишь, ты бандикам свернул? Куда идти? Господи. Иди вдоль компас, забора. Цифры. Цифры? Окей. 240. Да вон я увижу вас. Бегу. У меня просто игра сворачивается, скайп начинает зависать, и я просто сижу, блин, и разворачиваю игру. Ты бандикам свернул, как я тебе говорил? Да я уже, блин, его и отключил, снова запись пошла. Просто, понимаешь, обычно... Кстати, это тем личным вот... говном пользовался. Отличная программа, это первый раз такое. У него. Ну, я теперь Джека Шепарда буду держать за спиной, чтобы если он будет отставать, то я, по крайней мере, видел. Потому что Джек Шепард у нас подхватил, похоже, в суровом мире DayZ особую болезнь. Называется. Называется аутизм. Он просто выпадает из жизни. Шепард, ты в Москве, походу, хорошо погулял, да? Ну да. Или твой компьютер без тебя использовала бабушка? Я вообще не знаю, мне надо его, блин, перезагрузить полностью. Ой, Джек Шепард, ты так лагаешь. Вот главный Ярослав у меня нормально, а ты у меня скачешь туда-сюда постоянно. Ничего. Я бегу, у меня вроде я как... первый побежал, вы там за мной подбегайте. Кого-то убили. Это хреновое место. И мы всей гурьбой ломанулись. Тут зомби ходят, обычно прям по этому полю, где вы бежите, поэтому будьте аккуратны. Нету зомби. Были, нет. были. Я сейчас все просматриваю. Были, может, но сейчас нету. Я сейчас все просматриваю. Желтый значок у меня. А, желтый, это ничего страшного. Давай, игра, удиви меня, я уже ничего не удивлюсь. Молчи, обычно, когда так Артур говорит, это... Какой-нибудь шаттл сверху еще упадет. Всеобщий капец настает.
после этих слов. Так, все, собрались давайте, а то сегодня петросянская серия какая-то, блин, нас народ ругает за то, что мы атмосферу нарушаем. А мы вроде не нарушаем, но, блин, вот такие вот моменты, они как-то сами собой на ха-ха пробивают. Ну вот это стоит, он ведет нас куда-то. Я не знаю, он ведет нас, по-моему, чтобы его пристрелили. Смотри, где он бежит. Нормально, я бегу. А я за ним бегу, главное. Больше некуда бежать. Вот смотри, 1600 осталось. Кстати говоря, вот по тому маршруту, как я бы пошел, вот мы бы уже подходили бы к выбору, да. Не слушайте этого, это опять провокации в мои стороны. Ну сейчас мы пройдем направо, там будет три елки, в которых я прятался, когда с Чези там отстреливал людей. Ну, то есть я, не подумайте, я не бандит. Блин, палюсь. Короче, когда я приходил сюда за оборудованием, и в итоге убивали меня, потом я начал убивать людей, и там провел где-то час, наверное. Так что эти места я достаточно хорошо знаю. И меня удивляет, и честно говоря, туда, куда идем. Вот. Ты, Джек Шепард, за время игры сколько людей убил? Двоих. А, вообще? Четырешний человек, наверное. Ну, ты убийца. А ты, Ярослав. Ну, прикол в том, у меня... Был у меня робот. Врагов-то штук 10, но половина из них тупо не засчитывается. Не, мы говорим за общее время. Ну, за общее время штук 10. Сейчас у меня 2 килла. Один твой между сериями и один какого-то чела. Мне какого-то чела, 0 килла. Который по тогда взгляды. Ну, на самом деле убивал много людей, но их почему-то не засчитывало, или я уже умирал. Что там у меня зомби 160? А я не буду говорить, сколько я убил. Потому что я на вашем фоне... Ворота открыты, ворота открыты. На вашем фоне буду... Чикатило. Тихо. Перед тобой зомби. А, стоп. Теперь же Артур отлаговал. Отлично. Да, Артур так вперед летит. Фу, на зомби. Нет, я аккуратнее. Вы у меня оба с голосами робот. Справа зомби где-то. Справа возле забора двое. Почему вы робот? Так, выходит из забора, и сейчас они, по-моему, Ярика увидят уже. Не увидят. А ты стрельни. А что же, отойди назад, здесь есть дырка в заборе, да, давай зайдем. Шепард, я бы тебе сказал, кого они видят? Меня? Ну, как и обычно. Не увидят, я лежал. Не удивлен. Лежал он. Но тем не менее, как обычно, короче говоря. Кевин был убит. А убивают Кевина. Ярослав. Ты там как, в сознании, нет? Да, в полном. Здесь внутри часть. Я, короче, бегу под стеночкой аэропорта. Сейчас бэкпак внутри. Они с тобой все. Ой, блин. Вы меня видите приблизно? Приблизительно, да. Ну вот приблизительно в ту сторону бежим. Мы тебя не видим, мы видим зомби, который за тобой гонится. Ну вот, нет, сука, я вижу, как за тобой столько зомби гонится, это 4 офигеть. 4 штуки. Какой 4, блин, их тут... 4. Их тут 5. Ой, блин, Джек Шепард, пойдем мы немножко в лесочек. Я думал, ты хочешь сказать, пойдем домой. Нет, сейчас у меня будет ПНВ, я так понимаю. Нет. Не надо. Ты ошибаешься. Понимаешь, с калаша не так просто умереть. Ой, ну, один раз тебя уже чуть не свинтили. Потому что я мега-хиро. Ой, блин, Артур, ты так подкалываешь Ярослава. Да ну, фу. Сейчас опять начнется. Вы, блин, мужицкий разговор вообще, что ли, дети не видели? Постоянные подколки, это форма общения. И вроде никто не обижался ни пока. Но теперь он сказал, что все плохие парни. Сегодня Артур плохой парень. Так, где ты? Я тебя потерял. Ты по забору идешь, я левее от тебя. Я в лесу, видишь? За мной, короче. А, блин, ты опять фантом был. О, все, вижу, иду. Блин, тебе ты стрелял? Ну, конечно же, это ты стрелял. Что за вопрос? Ты задаешь вопрос? Иду уже 5 серий, как мне актуально задавать такой вопрос. Блин, мне найти какой-то... Короче, я бегу к выбору по прямой, ребята. Ладно, беги. Это клево, ты нас видишь. Пусть их 4, я не хочу ничего. Ведущий. Набрал на собой, видишь, куда-то.
Блин, ну нажмите карту, нажмите на выбор Shift позвать. Да я выведу к выбору, не волновайтесь. Ты не умри, главное там. Да я еще пораньше вас прибегу. Ну, понятное дело, ты если так чесать будешь. Попу жали, наконец-то. Ну знаешь, если я присяду, меня зомби порешает. Ой, блин. А понять не хочется. А выходить с севера незаконно, иначе будет. Фу, как ты мог выйти с севера, их всего 4. Да. Хотя на самом деле я человек не очень гордый. Там этот попрыгунчик все еще за ним гонится. Уже сколько километров ты позади? А он все прыгает потихоньку. 700 метров. Так, ладно. Со всеми разобрался, нет? Нет, я их еще не трогал. Блин, можно было бы как-нибудь на моей винтовке сошки сложить. Они торчат так, вот мне кажется, что персонаж просто натурально голову прошибет себе сейчас ими. Когда на спине. Где ты? Я вперед иду, а ты за мной идешь. Беги вперед, просто найдешь меня. А, вижу, вижу. Ты меня стрелял. Сзади был, меня трогал. Зомби разбираюсь. Я слышу там только... Ну, он там где-то находится. Мой любимый звук. Да, но у меня 9 рожков, мне можно. Угу. Мне кажется, Кевин какой-то Кенни. Кевин, по-моему, просто хочет отреспауниться где-нибудь около камеры. Я так тоже делал, я его понимаю. Так, все, зомби я всех отмолотил. Молодца. А нам никого молотить не пришлось. Да. Блин, я застреваю в кустах. Наши нервные клетки полностью упаковывают. Да у меня тут тоже все спокойно. Джек Шепард, у тебя там вообще, по-моему, все уже спокойно. У такой голос. Все спокойно. По-моему, ой, так нас сейчас кто-то заслышит. Буквально днем сегодня еще был в Москве, так что часы выпали. Слушай, ты был в Голландии, я понял, почему у тебя такой голос, а тут не понимаю. Так, вот тут я уже не помню, по-моему, туда на выбор нужно идти, но блин. А чё наряд-то? Он же как у нас, он не бит нас. Да, нам на 220, Артур, надо идти. Вот сделался. Так, 220. Я палюсь тут сижу. Посередине вообще, поля. Вообще, если быть точным, то на 240. Так. Ладно, погнали. Прям по полю. Тут сейчас поле, как раз, блин. Обычно с этого направления все и заходят. Так что картина, я ползу, думаю, ползет сейчас... и Артур. Да, он далеко. Артур и ползу. Это так романтично. Так, ребят, короче... замолчи лучше. Попёр в магазин. Буду ждать вас там. Ты в выборе уже? Ну, 700 метров. Да я думал, он сейчас там уже зачистит, убьет там всех, какую-нибудь банду, которая там заселилась. Это так, вот, Ярослав нормальный. Не то, что вы тут ссыкло постоянно по кустам в деревню боитесь зайти. Вот, заходим в деревню, там Коля стоят. Да ладно, ты знаешь, еще очень много людей пишут, Ярослав козел, он специально всех мочит и делает хардкор. Он портит игру. Да ладно. Я знаю, что... Джек Шепард, ты встать можешь, я думаю. Мы уже далеко от зомби. Да все нормально, блин, ну... Вот так посмотреть по... Давай пойдем по трупам. Ты видишь справа трупы, давай по ним пойдем. Да, по тенденциям просмотра вроде всем все нравится. И лайки, и дизлайки говорят, что вроде все нормально получается. Знаешь, у меня за эту неделю плюс 700 подписчиков. Я думаю, это говорит все-таки в пользу. Да, все нормально. Мы, конечно, ошибки, если объективная критика идет, то, конечно, учитываем. Вот, допустим, я сегодня просил работать больше на атмосферу. У нас не получается, конечно. Но я просил. Я просил. Ну вот как вот на атмосферу работать, если человек у нас тут бегает и провозит всех этих зомби? Как работать на атмосферу, если у человека сворачивается игра постоянно? Как работать на атмосферу, если вы два говорите голосом роботов? Это будущее, ты не понимаешь. Так, я попью. Попей. Попробуем себе докину. А ты в магазине находишься, да? Нет. Еще 600 метров. У нас около 7 минут еще есть, прежде чем этот ад закончится. Да все нормально. Я уже в монитор вот так залипаю просто. Понятно. А я бегу за Артуром.
Мне что-то уже, честно говоря, снайперское надоело. Если хотите, кого-нибудь отдам. Охота сходить на Старый Собор и найти себе какой-нибудь, я не знаю, М16 с Аркодом. Да давай мы просто убьем его. Блин, между сериями ты заберешь. Я не хочу калаш. Да ну ПНВ. Кстати, так, следующая серия, наверное, будет ночная. Чё так, стоп? Я уж подумал, так, как стоп, следующая серия это... будет вдвоем. Какую-то тут пушку ты себе хочешь. Ну да, мы у могилки вот твоей будем. Начнем как раз. Скажем, вот, так. Его убили зомби, да? Не мы, и вдруг у Шепарда плюс один килл. А как я помню, многие писали, это ж ты Артура убил, у тебя ж циферка в Murders типа на один прибавилась. Я такой, ага, я там в таком шоке бегаю, 50 зомби отстреливаю, еще смотрю на циферки какие-то в дебаг. А как ты мог меня попасть вообще? Это, по-моему, самый такой, как это называется? Lucky shot. Lucky shot. И причем точно в жбан, блин, с одного выстрела меня светило. Я еще пробежал по инерции, там 3 метра и упал. Да, красиво упал. Руки вскинул вверх, типа такие, и упал. А, Ярослав, ты видишь трубу? Чего? Трубу видишь? Да, я прям возле нее. Мы идем прям труба, чтоб шат от ее до утра. Там рядом амбарщик есть, вот я сейчас в него зайду. Амбарщик или амбарчик? Амбарчик. Окей. Приблизно там, да? Приблизно. Ну, если с вашего направления смотреть, то это где-то 250. Здесь зомби что-то полно, мы вот как раз около трубы проходим. Ну там, вот, посмотрите направо, там должен быть амбар. Направо амбар, блин, да, все-таки с видом от третьего лица неудобно. Амбар это такой большой, с двумя открытыми входами. Да. Вон он там ходит. Да, вижу тебя. Мы прям вот ялочки взять попить. Будешь вперед смотреть. Сардинки. Ах, так, ну что, выдвигаемся туда. Сейчас Джек Шепард могут слева заметить. А, слева? Да, слева зомби. Достаточно близко. О, у меня... Ребята, у меня, короче, сейчас голова жирафа. А я, кстати, этого ожидал. Того, что у меня голова жирафа? Это тоже. Так. Короче, сегодня день мучений, да. Сегодня у нас вымученная серия получилась такая. Мы бы ее пересняли, если бы у нас было больше времени, но у нас просто тупо вот на... Буквально вы смотрите сегодня, суббота, на субботу нет серии. Поэтому мы просто разыгрываемся. В следующей серии, я думаю, будет ночная, если народ согласен. Согласны, народ? Да. Согласен. Короче говоря, давайте тогда, на самом деле, увидимся в следующей серии. В этой мы... Блин, ну чё кривить душой? Безбожно тупили. Да. Причём всех хором. Не, так, игра сама издевалась над нами. Она выкидывала нас с сервера 2 раза. Да, ну короче говоря... За праздники будем посвежее, и все будет хорошо. Да, Джек Шепард будет уже не такой уставший, да и мы тоже. В принципе, ладно, надеюсь, вам понравилось. С вами были Ярослав, Джек Шепард и Артур. Попрощайтесь, бойцы. Всем пока, оставайтесь на канале. До скорой встречи, друзья. Пока. И не ругайтесь, да, вот не ругайтесь. Пока.